прежде всего моему духовному учителю Нити Лила Правишта Омишна Пата Штатарашата, Шри Шри Мат Бхакти Шрупи Сиддханте Госвами Махараджу. Я предлагаю поклон и склоняюсь к его лотосным стопам. Также моему Шикше Гуру Деву Нити Лила Правишта Омишна Пата Штатарашата, Шри Шри Мат Шри Бхакти Виданти Нарайане Госвами Махараджу. Я предлагаю Шрадхапу Спанджали его лотосным стопам. Также я прошу вайшнавов и вайшнавы принять мои поклоны. Это писание Упадешамрита Шрила Прабхупады. В разное время преданные задавали вопросы Шриле Прабхупаде. И те ответы, которые он дал, стали этой книгой. Кто такой Прабхупада? На Голоке Вриндавана он служит в Никунджах Шримати Радарани. Радарани необычайно милосердна и сострадательна. Она Каруна Крипа Мурти, воплощение милости. И также она мать. Так же, как мать не может смотреть на страдания детей, она печальна, когда ее дети несчастливы. Радарани также мама. Поэтому, видя наши страдания, она сама отправила Шрилу Прабхупаду в этот мир. Кто такой Прабхупада? Это Наяна Мани Манджари Шримати Радарани. Радарани дала ему указ. Отправляйся в этот материальный мир. Помоги дживам избавиться от страданий и отправиться в обитель Кришны. Верни их. Ради этого Прабхупада пришел сюда. Он пришел за нами. И поэтому те, кто будут слушать его наставления и следовать им, смогут вернуться в свой дом. Сегодня мы послушаем одно наставление. Прабхупаду спрашивали, необходима ли садусанга всегда, либо только время от времени. В этом заключается вопрос. Прабхупада ответил, цитата на бенгале. Необходимо быть садху всегда. Почему? Потому что, когда мы вдали от садусанги, майя набрасывается на нас. Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, садусанга, садусанга, сарва шастрикой. Во всех писаниях провозглашается, что нужно общаться с садху. Даже одна лава садусанги может даровать все совершенства. Одна лава — это сколько? Если одну секунду разделить на 11 частей и взять одну из этих 11 частей, то получится лава, то есть 1/11 секунды. И даже такое короткое общение способно одарить нас огромным благом. Поэтому всегда, каждое мгновение нужно стараться быть с бхактами. Народ Мудас Такур говорит. Что он говорит? Когда мы вместе с вайшнавами, то каждое мгновение мы как будто общаемся с самим Господом, потому что мы испытываем все возрастающее блаженство. Ведь когда мы садху, мы слушаем о Господе, рассказы о Нем. Когда Друва Махарадж обрел даршан Господа, и Господь спросил, какого благословения тот хочет, Друва Махарадж сказал, «Даруй мне садусангу». Господь сказал, «Зачем? Ведь ты же получил мой даршан, зачем тебе садусанга?» Друва Махарадж ответил, «Но я же не смогу от тебя слушать о тебе». Потому что от кого мы слушаем о Господе? От Его преданных. Махапрабху сказал Рупе Госвами, что мы подобны садовнику. И поэтому мы должны взращивать свою лиану преданности, свое семечко. Если не поливать его, то оно засохнет. Те, кто живут в храме, у этих преданных на шеях кантималы. Но те, у кого нет общения с вайшнавами,
постепенно перестают ставить тилоки, носить кантималы. Мала вообще где-то в стороне у них висит. В чем причина этого? Потому что они не поливают свою лиану преданного служению, и поэтому она высыхает. Поэтому, когда мы с вайшнавами, то наша практика в порядке. Есть растения молодые, и поэтому их нужно поливать каждый день. Если хотя бы день их не полить, то они засохнут. Ну а есть растения побольше. У них уже глубокие, сильные корни, и поэтому они могут получать воду самостоятельно. И нет поэтому никакой необходимости в том, чтобы поливать их извне. Они сами добывают воду. Каких преданных можно сравнить с такими сильными растениями? Те, кто достиг уровня ручи. На этом уровне они могут совершать баджан одни, по примеру наших госвами. Цитата. Как наши госвами совершали баджан? Они не те парикары, они вечные спутники, помощницы Шримати Радарани, поэтому они могут совершать баджан одни. Санха Пурва Канама Гана Натипхи. Каждый день ган, они воспевали славу Господа, совершали прекрасные баджаны для Господа. На Тибхи предлагали поклоны. Мы каждый день произносим Джайдхвами. Джай. Мы произносим Джайдхвами таким образом. А как госвами прославляли вайшнавов? Тысячу раз они склонялись перед ними в поклонами. И не просто как мы, сложив руки, а полностью простираясь на земле в саштанга дандават пранамах, то есть повторяли имя Гурудева и совершали полный саштанга дандават пранам. Например, как мы можем? Нитялила правишта омишнапада штадрашата шри шриман бхактивиданда шиванарайана гасвами махарадж. И полный земной поклон, затем встать. Потом нитялила правишта омишнапад аштадрашата шила бхакти прагьяна кешва гасвами махарадж. Снова земной поклон и снова встать. Итак, наши госвами тысячу раз таким образом предлагали поклоны. То есть полные земные поклоны, вставали и затем еще раз кланялись. Также они кланялись святым местам. Для них это было возможно, потому что они не те сиддха-парикары, поэтому они могли совершать уединенный баджан. И их садна баджан был правильным. Потому что они были как эти деревья с глубокими корнями, которые могут сами получать воду. Но мы еще не на этом уровне. И если каждый день не поливать нашу лиану преданности, она начнет высыхать. Она не сможет выжить без воды. Рупа Госвами жил в Радха Дамодар Мандире. И вайшнавы тоже, по примеру Рупа Госвами, совершали свой баджан. При этом они также собирали иштхагоштхи, то есть встречались с другими вайшнавами и говорили на духовные темы. Поэтому в освобожденном состоянии возможно совершать такой баджан. И при этом также важно проводить иштхагоштхи, общаться с преданными. Если дома не убираться хотя бы день, начнет появляться пыль, даже если всего один день не убираться. Подобным образом наше сердце также нужно очищать каждый день. Каким образом? Шраванам и киртанам. Вайшнавы приводят такой пример. Есть дом, обнесенный забором.
и кто-то захочет проникнуть внутрь. А в другом доме есть охранник. Какой дом будет в безопасности? Где есть забор или где есть охранник? Скажите мне. Где есть охранник? Да, где есть охранник. Потому что если есть забор, то все равно можно проникнуть через него. Но если есть страж, то дом будет в безопасности. Он сможет защитить дом от того, чтобы никто не проник внутрь. Поэтому, если есть такой надежный страж, можно быть в полной безопасности, что из вашего дома ничего не вынесут. Кто этот страж для нас? Это вайшнавы. Поэтому, если мы с вайшнавами, то мы в безопасности. А когда мы совершаем баджан одни, это как будто бы дом, обнесенный забором. Поэтому в большей безопасности мы, когда мы с вайшнавами. И общение с какими вайшнавами нам нужно? Прабхупада дает наставление, что нужно посмотреть на свое положение и стараться не общаться с теми, кто ниже, потому что иначе ваша бхакти ослабеет. Потому что наша природа — тянуться к низкому, наша природа — не возвышаться. Мы легко скатываемся вниз. Поэтому, если мы с кем-то, кто лучше практикует, чем мы, то мы будем смотреть на его пример, и также наша практика будет улучшаться. Поэтому старайтесь общаться с теми, у кого практика, у кого садхана баджан лучше, чем ваши. Живите с ними, и вы получите огромное благо. Старайтесь не общаться с теми, не жить с теми, у кого практика хуже вашей. Потому что санга, она дает ранг, дает цвет, то есть она окрашивает нас. С кем поведешься, от того и наберешься. Кришна Бхакти Раса Бхавита Мати. Как обрести бхакти? Нужно сукрити. Но если удачливые души обретают общение с преданными, то они получают огромное благо. Они как бы находятся в этой воде, в этой питательной влаге, питательной среде, которая поддерживает их. Потому что такие преданные исполнены Кришна-бхакти-расы. Поэтому встреча с такими преданными дарует благо, которое не сравнится ни с каким сукрити. Благодаря такому общению со столь возвышенными преданными можно очень быстро обрести бхакти. Например, Шрила Бхактивиданта Нараяна Гасвами Махарадж. Когда он жил в Мадхуре, я тоже жил там, Рамачандра Прабху иногда там жил. Это был как храм Агастхи Риши. Потому что там даже те животные, которые враждовали, забывали о своей вражде. Например, львы и олени. То есть львы обычно едят оленей. Но под влиянием баджана Агасти Риши они забывали об этом. И поэтому это был как бы указывал на то, что Агасти Риши здесь живет. Потому что все исполнилось такого умиротворения. И когда Шрила Бхактивиданта Нараяна Гасвами Махарадж был в Мадхуре, я был свидетелем такого же отношения. Гурудев утром давал лекцию. Затем в день он трижды давал лекцию.
И поэтому весь день мы были погружены только в Харикатху. Гурудев спрашивал шлоки, и поэтому мы были сконцентрированы на этом. И кроме того, Гурудев сам давал нам пример. По утрам он, не вычитав лак, не принимал прасад. Это пример Сиддха Махатмы. Он совершал баджан совершенным образом. Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж сказал, что если мы даже не слушаем Харикатху от чистого преданного, а просто находимся с ним рядом, просто сидим с ним рядом, то от тела такого преданного исходят лучи Кришна Бхакти, которые оказывают на нас влияние. И поэтому мы уже благодаря такому присутствию вдохновляемся на баджан. Насколько же велико значение общения с вайшнавами. Итак, вопрос заключается в том, необходимо ли общение с вайшнавами всегда. И Прабхупада отвечает, цитата, «Всегда необходимо общаться с вайшнавами». Мой Гурудев говорил, что пока мы не достигли уровня Бхававасты, то можно поскользнуться и упасть. Джада Бхарата своим примером дает нам наставление, что даже достигнув возвышенного положения, можно привязаться к олененку и упасть. Но Гурудев говорил, что если бы он жил с вайшнавами, то если бы он посадил олененка к себе на колени, олененок начал бы лизать его, то другие вайшнавы сказали бы ему, что ты делаешь, будь осторожен. Ты зачем привязался к олененку? Ты оставил свой дом. Ради чего? Чтобы привязаться к олененку? Оставь эту привязанность. То есть вайшнавы могли бы дать ему наставление, отругать его, чтобы он оставил эту привязанность. Итак, пока мы не достигли устойчивого положения, нам всегда нужно общаться с чистыми преданными и находиться под их руководством. Потому что каждое мгновение мы можем вступить на неправильный путь. Поэтому за нами нужно приглядывать, наставлять нас, чтобы мы не пошли по неправильному пути. Поэтому саду-санга важна всегда. Цитата. Прабхупада говорит, что без саду-санги наше сердце становится слабым. Мы теряем силы. Естественным образом наш ум устремляется к плохому, не к возвышенному. Наш ум стремится к низкому, не к возвышенному. Мой Гурудев не разрешал брахмачари жить по одному. Он не давал такого дозволения. Почему? Это было в Джаганатхапуре. Одна комната сразу для нескольких брахмачари. Причина в том, что когда мы живем одни, когда у нас есть смартфон, то наша жизнь разрушается. Когда мы живем одни, то наши наклонности из прошлого начинают возрождаться. И когда мы одни, то дурные мысли приходят в нашу голову. Но когда мы живем с кем-то еще, соседи могут нас поправить. «Эй, ты чем занимаешься?» «Не делай этого». Они могут отругать нас. И поэтому лучше жить вместе. И тогда наш ум будет защищен. Но если мы живем одни,
то все дурное нахватывает на нас, наплывает на нас. Поэтому Гурудев не разрешал брамачари жить по одному. Чтобы был кто-то еще, необходимо, чтобы был кто-то еще, кто проверял. Нет, в то время еще не было мобильных телефонов, но все равно жили вместе. Цитата. Без садусанги наше сердце ослабевает, и мы не в состоянии противостоять майе. Экаки амер нахи пайбал.